«русский Ришелье». Так называли Афанасия Орденнощекина за острый ум и влияние на царей. Небогатый псковский дворянин, он стал царским советником, управлял городами, был экономистом, разведчиком и дипломатом. Его первый успех – создание агентурной сети, работавшей против главных оппонентов Москвы. Это обеспечило России мир с Турцией и победу над Польшей. Трудами Нащекина было заключено Андрусовское перемирие. Киев и левобережная Украина перешли от Польши к Москве. Также Нащекин создал первый русский банк, систему кредитования купцов, Министерство торговли, приказ купецких дел. Он также разработал планы выхода к Балтике и строительства русского флота. Воплотить их он не успел, но именно они определили судьбу страны в будущем, став основой петровских реформ. Нащекин сделал головокружительную карьеру, получил боярский титул, но за должность не держался. В отставке он занялся благотворительностью и принял монашество.